Киев, Сырец, спальный район в центре города. Обжитой и уютный, он со всех сторон окружен парками. По мнению жителей столицы, Шевченковский район самый комфортный для проживания. Станция метро Дорогожичи в 2 остановках от Золотых ворот и в 5 минутах ходьбы от нашего дома. Детские сады, школы, поликлиники, магазины, аптеки, транспорт – все есть, все рядом. С внешней стороны дома располагается поликлиника. С подъезда спортивная и детская площадка находятся с внутренней стороны и не пересекаются с проезжей частью. Вы спокойно будете отпускать детей во двор. Детская площадка классическая для всех возрастов. Прыгалки, скакалки, качели. Вокруг много зелени. Ваш голос «Петя, иди домой» будет спорить только с пением птиц. Дверь в подъезд защищена домофоном. Чистота и порядок поддерживаются. В будущем здесь будет сделан ремонт. Достаточно просторный коридор, и в нем есть шкаф для верхней одежды. Санузел раздельный, ванная и 2 туалета. 2 туалета на 3 собственников, думаю, это прекрасный вариант. 2 двери в туалет, в сам санузел и непосредственно в туалет. Это отличная звукоизоляция. Удаленность санузла от кухни – это безусловное преимущество этой квартиры. С горячей и холодной водой проблем нет. Бойлер на 80 литров остывает медленно, и горячей воды вам хватит надолго. В ванной звукоизоляция не так важна. Вода здесь не шумит, потому что ванна чугунная. Вы можете принимать душ днем и ночью, при этом не разбудите своих домочадцев или соседей. При входе в кухню большой вместительный встроенный шкаф для хранения кухонной утвари и предметов быта. Кухня 19 метров, 2 больших окна выходят во двор. Ваши дети будут всегда под присмотром. А где веревки, спросите вы? Так вот, веревки здесь, на безопасном расстоянии от земли, в лучших традициях итальянской Генуи. Это торжество технической мысли в тени больших деревьев позволяет быстро сушить белье на свежем воздухе. Плита, мойка, стол с нишей под стиральную машину, место для холодильника расположено возле окна. Очевидно, что здесь достаточно места для небольшого кухонного гарнитура. Теперь комнаты, их 2. Та, что поменьше, 9,7 квадратных метров. Это может быть спальня, может быть кабинет, может быть детская, она может быть любой. Здесь паркет, свежие обои и пластиковое окно. Эта стена общая со второй комнатой. Здесь прежде был проем, поэтому вы можете сделать их смежными. Вторая комната 12,4 квадратных метра. Как и меньшая, в идеальном состоянии. Въезжай и живи. Окна заменены на пластиковые, поэтому мест промерзания, влаги и плесени нет. Окна выходят на восток, здесь светло и уютно. Это средний этаж, поэтому здесь идеальный микроклимат. За окном установлена декоративная конструкция для цветочных горшков на французский манер. Итак, подведем итог. Киев, Сырец. 2 комнаты в 4-комнатной квартире на среднем этаже в кирпичном 5-этажном доме. И они могут быть вашими. Вы уже сегодня можете реализовать мечту жить в Киеве и жить отдельно. Меня зовут Дарья, я специалист по недвижимости. Мой телефон 095 642 23 54. Звоните.